Мы бесцельно гуляем по Невскому проспекту, просто глазеем по сторонам и наслаждаемся видами. Вот такие таблички развешаны здесь, на каждом доме. Тут и там жили известные люди и вершили чьи-то судьбы, и творили нашу с вами историю. Но я не буду вдаваться в подробности каждой таблички и всех знаменитостей, а просто приглашаю вас прогуляться вместе со мной и посмотреть проспект Невский моими глазами. Вкусные сувениры, хоть рахат-лукум далеко не питерское блюдо, но витрина такая привлекает внимание. Музей Яндекса, я оставлю здесь ссылку, я делала обзор этого музея, мне показался он очень необыкновенным. И вот такая красота здесь везде, в каждом доме, в каждом камне. Я не могу пройти мимо сувенирных витрин. Здесь тоже можно увидеть столько интересного, столько сделанного руками человека, почти как в музее. Давайте заглянем сюда. Смотрите, какие характерные кованные вороны встречают нас на входе. В пенсне и в шляпах они словно ведут диалог друг с другом. Дело рук какого-то мастера-умельца, роза как живая. Очаровала меня эта композиция. Барышни-шкатулочки. Монпасье, шоколад и прочие сладости с символикой Санкт-Петербурга. Монпасье 139 рублей. Почему-то с Новым годом. 20 маленьких шоколадок с видом города 269 рублей. Футболки с различной символикой. Лаковые шкатулки. Смотрите, какие великолепные подстаканники. Я думаю, большая часть сувениров изготовлена на китайских фабриках, но есть здесь и кое-что стоящее, интересное.
Вот хохломская роспись. Если она не китайского производства, то должна быть недешевой. 1660 рублей. Матрешек, изобилие всяких цветов и росписей. Куклы в красивых нарядах. 4800. А вот интересные матрешки, образ которых навеян сказочными и мультипликационными героями, актерами и политиками. Даже Чебурашка и Гарри Поттер. Забавно. Шахматы матрешки. А это, похоже, конь. А вот еще интересные шахматы. Русские богатыри и татаро-монголы. Хотели бы сразиться? Начинает смеркаться, а мы приближаемся к площади Восстания. Здесь недалеко находится наш отель «Октябрьский». Где-то невдалеке оркестр наигрывает «Катюшу». А я благодарю всех за совместную прогулку.